Трасса Корсун-Вишкайма-Беклемишево – это чуть более 57 километров. Дорога соединяет населенные пункты нескольких районов. Некоторые участки требуют особого внимания дорожников. В этом сезоне приведут в порядок участок в 6 километров рядом с Красным Бором. На сегодняшний день выполняются ремонтные работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона. Нижний слой асфальтобетона составляет толщиной 4 сантиметра. Марка асфальтобетона А16НТ. Все виды работ выполняются согласно установленных сроков. А дальше асфальтирование и обустройство необходимой дорожной инфраструктуры. Работы выполнены на 35%. Также по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют 26 объектов. 5 участков уже закончили. Также осуществляем работу в рамках федеральной программы содействия развитию автомобильных дорог. В этом году мы отремонтируем более 10 километров наших дорог регионального значения. На 4 объектах работы также продолжаются. Все необходимые материалы подрядными организациями уже заготовлены, находятся на производственных площадках на территории нашего региона. В этом году обновят 10 километров дорог к популярным туристическим местам. В Чердаклинском районе ремонтируют дорогу к санаторию «Белый Яр». В Ульяновском районе завершают подъезд к санаторию имени Ленина. Продолжаются работы на участке Ключище-Сенгилей в районе поворота на село Шиловка. По этой дороге туристы добираются до национального парка «Сенгилейские горы». В Старомаинском районе приводят в порядок дорогу, ведущую в Болгары. Всего в этом году в Ульяновской области по нацпроекту отремонтируют более 122 километров на 49 участках. Анна Тищенко, Улправда ТВ.